Сабир Гусейнов. Молодой композитор, продюсер, дирижер. Как музыкант он предпочитает не исполнять на дамбре музыку из песен, в которых используются нецензурные фразы, так как это может оскорбить искусство народа, и не показывать дамбру в клипах, в котором сценарий выходит за пределы дозволенного и не приветствуется старейшинами. Сабир создает музыку больше исторического жанра, так как о современной музыке, не говоря об их исполнителе, напоминаться не будет будущим поколениям, как сегодня упоминают о исторической музыке и исполнителях, о которых напоминают в любом государственном учреждении. Сабир считает, что дамбра – это святой инструмент древнетюркского народа, которым доносились невзгоды и радость казахского народа. Сегодня, используя жанр исполнения как терме, призывают к праведному пути, воспевая о религии, и исполняя на дамбре музыку разных этносов, призывает к единству через дамбровое искусство, так как дамбра символизирует Казахстан, а Казахстан – это наш общий дом, говорит Сабир Гусейнов.